В ходе проведения мониторинга средств массовой информации следственным органам выявлен сюжет, в котором сообщается о свалке химикатов на окраине поселка Солнечный 2 в Кировском районе города Саратова. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, на окраине поселка Солнечный 2 в Кировском районе города Саратова, приблизительно в 300 метрах от проспекта Героев Отечества, в лесопосадках вдоль дороги, ведущей к поселку Юбилейный, обнаружены канистры, на которых имеются маркировки различных химических веществ – соляной кислоты, никеля, хрома, кислоты азотной и прочих. Следователям СК проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе лиц, складировавших канистры на открытом участке местности. Будет установлен состав содержимого емкости, степень их опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды. Кроме того, будут приняты меры к безопасной утилизации данных веществ в установленном порядке. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области Надежда Волошина.